Современная спортивная площадка с уличными тренажерами появилась у озера Чан во Владивостоке. Здесь есть беговая дорожка и спортивная площадка. Но со временем объекты износились и устарели, поэтому из краевого бюджета было направлено 10 миллионов рублей на модернизацию спортивной территории. Теперь рядом с озером под навесом от осадков и ветра установлены современные уличные силовые тренажеры и воркаут-комплекс, а также лавочки, урны и оборудован новый санузел. Кроме этого, сделан текущий ремонт и беговая дорожка. В планах провести на ней капитальный ремонт. Место притяжения любителей спорта и активного образа жизни осмотрел губернатор Приморья Олег Кожемяка. В результате появилось вот такое великолепное уже сооружение, которое позволяет жителям бегать, детям тренироваться, вот, делать так, чтобы здесь был такой центр спортивной активности. Конечно, после передачи этой беговой дорожки озера в краевую собственность, мы уже ее более глубоко модернизируем. Документы сейчас готовятся. Ну, в целом, ребята, вы к чему должны готовиться? У нас зимой пройдут дети Приморья, зимние игры, где будет 5 стран представлено. То есть у вас появляется возможность выступить за честь своего родного города, за честь края на международном уровне.